Сегодня 15 сентября. После дождей приехали в лес за грибочками. Не успели войти в лес. И уже смотрите, что. Какой огромный. Какой огромный гриб. Вот такой грибок мы увидели. Где-то с этой стороны я еще видела под листвой. Что тут? И тут тоже грибочек. Вот, красавцы. Пойдем дальше собирать. А с этой стороны вот я еще вижу кучку. Нет, здесь уже нет гриба. Посмотрите, тут что-то есть. Польский. Вот тут еще один. О, какие красавцы. Вон там еще я вижу. Еще. Здесь просто бугорок. Вот. Вон Вов, вон там в кушерях. Я понял. Это обалдеть, какие красавцы. Ну, у тебя там какой? Эх ты, это переростки, я не люблю такие переростки. Ну тогда убираем, не будем жить. А это малыши, крепыши. Вот. Красавцы. И что интересно, мы собираем грибы по окраине леса. Посредине леса, в глубине, там все изрыто кабанами. А по окраине растут грибочки. Засушенный. Так, вот что тут. Ой, скрипун. Скрипуна не хочу. Вот что-то под деревом тут. О, что тут-то? Вот сыроежки. Сыроежки. Люблю по лесу бродить. Даже если бы грибы не собрали бы, все равно красота. Много изрыто кабанами, животными. С одного лесочка переходим в другой лесочек. Посмотрим, что здесь будет. Маслят пока что не видать. Ну, в основном польские и белые грибы. А это лиственный лес. Тут тополя и березы. И тут прям на каждом шагу подгустки, или как их, скрипуны, или грузди. Ну, на груздя не похоже, потому что нет бахромы. Скорее всего, наверное, подгуздок.
Так-то края завернуты, у скрипуна не завернутые края. Но нету бахромы. У груздя должен быть бахромчатый край. Как кочка, так обязательно грусть. Вот приехали домой. Вот столько мы собрали сегодня грибочков. Вот такие красавцы собрали. Разные тут. Это вот грузди. А здесь разные маховики. Вот получилось вот это большое ведро, оно 20-литровое. И в тех понемногу. Сейчас начну обрабатывать. Хорошо погуляли по лесу. Теперь будем работать.